Друзья, привет! У нас сегодня видео распаковка. Так, давайте рассматривать сейчас кружево. Начнем с яркого кружева, которому есть у нас окантовочные резиночки разные. Также не забывайте, что яркое кружево отлично сочетается с какими-нибудь контрастными оттенками. Так, смотрите, первый вариант. Это неонового такого салатового, желто-салатового цвета. Узенькое. Тут, наверное, будет 15 миллиметров. Нет, 17. 17 миллиметров ширина. Кружево не тянется. Довольно нежное, мягенькое. Оно не будет тянуться и красиво будет смотреться на бралетах, на трусиках, на бюстгальтерах. Эластичное кружево. Смотрите, красивое очень. Ракушки, как будто оно, ну, довольно упругое. В меру. Отлично будет для пошива нижнего белья. Тут ширина уже больше. Ширина 19,5. Есть в разных оттенках. Красное. Да, точно такое же красное. Вот, точно такое же яркое неоновое розовое. Прекрасно для летних комплектов. Можно подобрать окантовочные резинки в тон. У нас есть и отделочные, и вот такие вот, например, для бретелей. Отделочные резинки тоже есть. Кружево тянется. Вот такой вот еще цвет марсала или ягодный цвет оттенок. Вот это вот, кстати, вот к нему будет хорошим компаньоном резиночка. Так, и такого же узора есть вот бирюзовый. Бирюзовому тоже есть отделочные тоненькие резиночки. И бретельки должны быть тоже. Немножко шире кружево. Ой, очень красивое и нежное. Розовый оттенок. Прекрасный. Хорошо тянется. Очень хорошо тянется. Ну, прям превосходно. Превосходно для... Вот так вот не тянется по ширине. Только по длине. Что надо для пошива нижнего белья. Как вам? Очень красивый вот этот узор. Есть в разных оттенках. Это вот голубое точно такое же. Голубое такое же, а это немного другое. А это у нас темная бирюза. Так, в серединке как будто мушка. А по краям очень красивые фестоны. Тоже хорошо тянется, она довольно широкая и прекрасно подойдет для пошива нижнего белья. Так, это у нас какое-то яркое кораллово-красного цвета. Тоненькое. Это, скорее всего, как вот первое у нас было, ярко-салатовое. Смотрите, с фестончиками по краю. Не тянется, совершенно не тянется, но оно отлично ложится на фигуру. Вот сверху есть небольшие такие точечки упирающие. Красиво. Кстати, его можно еще использовать на отделку в платье, халатики, топы. То есть на обычную одежду, не только для пошива нижнего белья, а как-то разнообразить свою повседневную одежду. Небольшой метраж. Вот такого вот красивого. На загорелой коже вот этот цвет будет шикарен. Он как такой оранжевый, тускло-оранжевый. Но на загорелой коже, ой-ой-ой-ой, будет очень-очень красиво. Не тянется это кружево. Дальше, вот это довольно интересное.
тоже очень интересная. Очень интересное сочетание. Красиво смотрится, хорошо тянется. Смотрите. Для отделки можно использовать как розовые какие-то цвета или голубые. Возможно, сыграть на контрасте, использовать что-то потемнее. Красивое, очень красивое кружево. Так, есть у нас вот такое вот ярко-синего цвета, насыщенного. Ой, смотрите, какая красота. Очень красивое кружево, хорошо тянется. Немножко блестит, да, есть вот такой вот блеск в нем. Видите? Как вам? Напишите, пожалуйста, комментарии, что понравилось. Это очень, мне это очень понравилось. Фиолетовая. Потрясающая. Красивая, красивая. Тоже хорошо тянется. Темно-синее. Синий сапфир. Тоже идет с небольшим блеском. Хорошо тянется. Сейчас он выскочит. Так, под него есть резиночки разные. Вот, например, вот это хорошо подойдет для отделки. Или помягче. Ну, вот она тут. Помягче. И также есть бретельки. И есть окантовочные матовые резиночки. Из неэластичного шантили есть потрясающее черное кружево с бежевыми вкраплениями. Оно будет невероятно смотреться на теле. Да, тут есть вот такие вот вкрапления бежевого цвета. Потрясающие. Только представьте из него бюстье или какой-то бралет, трусики. То есть сам комплект с поясом невероятно. Оно есть, но его как будто нет на теле. Оно потрясающее. Ширина у него очень широкая, ну, довольно широкое кружево. Здесь ширина 22 сантиметра. Такая ночь. Роскошная ночь. Мягкое. Кружево мягкое, оно не колется. Шикарные, очень дорого смотрится. Вот это к нам пришли застежки. Застежки для бюстгальтера. Они идут 3 на 2. 2 ряда и 3 застежечки разных цветов. Белый. Такие беленькие. Черный, кстати, есть еще с золотыми крючочками. Так, бежевый. Темно-синий. Это синий сапфир. Вот, кстати, у нас есть и кружево, и резинки отделочные, и бретельки. Полный комплект. Так, и красные. Есть колечки. То есть вся полностью, вся фурнитура, которая вам необходима будет для пошива нижнего белья. Колечки бывают металлические и пластиковые. Здесь металлические, они тяжеленькие. И довольно качественные. Так, это регуляторы. Также крючочки. И сами колечки. Все взяли на 1 сантиметр. То есть у нас преимущественно все резиночки на 1 сантиметр. И, соответственно, вся фурнитура дальнейшая, то есть колечки и вот это вот приспособление, они будут подходить к этим резинкам на 1 сантиметр. Так, красные колечки. Металлические, черные, крючки. У нас прозрачные. Вдруг кому-то по цвету не подойдет. Вот можно использовать просто прозрачные пластиковые. Это регуляторы.
А также есть металлическая вот такая вот в серебре, крючочки, золотые крючки. Кстати, вот еще есть тут рядышком косточки, металлические косточки разных размеров подойдут для изготовления чашек. Поролон тоже есть у нас нарезной, то есть определенным отрезом 50 на 50 можно купить. Есть еще готовые чашки. Готовые чашечки у нас есть лесного, черного и белого цвета. Это с эффектом пуш-ап. Ну, совсем небольшой тут пуш-ап. Так, они гладкие с лицевой стороны, а с изнанки вот небольшой совсем выступ. Очень хорошие, качественные, готовые чашечки, которые уже можно сразу использовать для пошива нижнего белья. Вот черный цвет. Они хорошо гнутся, то есть довольно мягенькие. И еще кружево. Помните, мы вам показывали очень красивого узора. Вот такой вот, который немножко переливается. Есть еще в белом цвете, в красном цвете и в черном. О, посмотрите, какой узор. Кружево эластичное. Хорошо тянется для нижнего белья, отлично, превосходно. И смотрите, что еще есть. Эластичная сетка, она с вышивкой, смотрится потрясающе. То есть комплекты какие-то из него делать будут шикарные. Так, смотрите, какая красота. Так, это бежевая сетка, на ней вышивка черная. Оно не тянется вообще ни в какую сторону. Из него классно делать корсеты. Корсеты, бюсти, трусики на регулируемых резиночках. Потрясающе. Также его можно использовать для отделки платьев, халатиков, каких-то топов. Ну, то есть для обычной одежды. Как вам такое кружево? Смотрите. Потрясающе. Очень красивый бежевый телесный цвет. Вышивка качественная. Гладью она гладенькая. Само по себе оно не колется. То есть довольно приятным должно быть на теле. В качестве вот корсета. Можно использовать для корсета. Для бюстия широкого. С изнанки такая же вышивка. Сетка, из которой можно сделать потрясающее нижнее белье. Так, смотрите, оно на черном. Черный фон выглядит как будто вот на теле, оно будет как будто прозрачное. Так, фон черный. Сетка не тянется, она довольно мягкая. Вышивка сердечки и обработанные края. Тут есть надпись «Love». Очень нежная, легкая, воздушная, потрясающая для бюстья, для корсета. Например, вот эти фестончики можно оставить сверху и на чашечке сделать вот такие вот сердечки. Красиво, очень красиво. Пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. Это была наша распаковка фурнитуры и кружева для нижнего белья. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам такой формат. Если что, будем делать чаще и на разные ткани.